Я Балыгина Юлия Ивановна. Родилась в 1934 года. В августе месяце. Село Морозово. Промышленский район. С 1941 года началась война. Всех мужчин в этот год из нашего села забрали на войну. Был рев ужасный, деревня вся стонала. Вот. Остались мы с матерью, у ней было нас четверо детей. Был колхоз, жили бедно. В войну у нас нечего было есть, перебивались кое-как. Вот. В колхозе на трудодни давали мало, не хватало на год. Но мы ели, варили суп. Медунки, крапиву и картошку. Это у нас был суп. Вот. Летом еще было получше, потому что ели мы траву, копыри, медунки, саранки копали. Все это мы употребляли в пище. Но зимой, конечно, было хуже. У нас была хорошая корова, отдавала она по много молока. Вот за счет коровы мы выживали. Вот. Принесет мать какого зерна, у ней была подружка кладовщиком, даст ей зерна, она принесет, мы высушим, натолкем, варили кашу. Вот, ели, конечно, недосыто, но чтобы не помереть с голоду. Работала мама заведующей фирмы. У нас был маслозавод. Вот. С маслозавода приносила брынзу маленько. Вот так и выживали. В колхоз привозили жмых. Жмых мама приносила. Вот. Ели жмых этот. Ну, что было, то и ели. Но в основном, конечно, проголодь жили.